Дамы и господа, княженцы, милые дамы, еще раз большущее всем приветище. Это у нас с вами сейчас вторая часть ролика. Наконец-таки Павлович подошел к чаечку своему. Зеленый чаечек, бодрящий чаечек. Я думаю, сейчас вы меня смотрите с утреца, поэтому всем бодрячком, хорошего настроения, всем доброе утро. И мы с вами начинаем. Не будем долго, значит, вокруг и около ходить. Только не забудьте тоже налить себе чаечек. Вот великолепный, Павлович зеленый. Вы не видите, вам это ладно, но и не надо. Не забудьте поставить лайкос, не забудьте подписаться, естественно. Подписочка просто здесь приветствуется. Подписочка и вот этот вот колокольчик. Жмете в углу, и Палыч у вас будет бестолковничать, постоянно выскакивать. Соответственно, я особо вас не потревожу. Всего лишь 9 минут. Сами понимаете, можете немножечко послушать и отвлечься от всего происходящего. Немножечко с нами набраться позитивчику, зайти в чатик, посидеть, пообсуждать. Здесь можно чатиться, писать. Короче, билеты, как всегда, купили? Купили билеты? Я же вас спрашиваю в комментах, чтобы написать. Писали: Палыч, купили билеты, сидим позади тебя в вагоне, давай трогай. Значит, трогаем. Это вот вообще просто спонтанно рождаются все мысли. Итак, сегодня с вами, значит, на обзоре три поколения. Вы знаете, чем больше их смотрю, тем больше они мне нравятся. Нравятся, я имею в виду, знаете, как касаемо того, что делать на них обзоры. А кто при ответе, ну да ладно. На что мы не обращаем внимания? Обращаем внимание только на голос Палыча. Слушайте внимательно. Знаете, раньше казалось, что какой-то скучный канал, вот, то есть скучная съемка и прочее, но порой то, что здесь происходит, это реально трешак. Это весело, это забавно, на это можно посмеяться, поржать, соответственно, вызывает порой больше интерес, чем сама Натаха. Натах, ты смотри, а то ведь переманит всю твою аудиторию, интерес аудитории, плюс новых подписчиков. Мне почему-то кажется, что прирост канала трех поколений намного идет быстрее, чем у Губаревой. Ладно, давайте все к теме. А к теме дня. Значит, сегодня будем с вами говорить два раза про них. Хотел сделать сначала один длинный ролик, потом думаю, нет, разобью его на две части. В одной части будем говорить с вами про баклажанную икру, если так ее можно назвать. Во второй части будем говорить про, знаете, «Мартышка и очки». Такое есть произведение. Собственно говоря, вот будем про это мы с вами говорить. Про что? Это интрига. Зайдите, посмотрите сегодня третью часть ролика. Ролики выходят через 1,5–2 часа, поэтому заходим, активности побольше. Итак, начинаем. Значит, предпоследний ролик, там, или может еще там ближе там, к концу, какой-то, не знаю, по счету, не имеет особого значения, решила баб Коля, значит, приготовить жратвы. Ну как жратвы? Заготовок на зиму. Если у нас одна, значит, лентяйка дома находится и готовит в основном жратву, чтобы так просто единовременно пожрать на вечер, я говорю про Губареву, не думает о том, что зима будет, банки надо закрывать, что вообще там, в принципе, она ни о чем не думает. О чем там думать, если она даже жратву эту варит из одной кастрюли, там варит кошакам, собакам эту кашу, и тут же с батей из этой кастрюли себе варит. Блогеры называют, деньги зарабатывают, кастрюлю себе купить не могут. Фу. Ладно, значит, тут бабке Оле побольше кастрюль, естественно, и много больше, наверное, идей, поэтому бабка Оля делает заготовки на зиму. Да. Значит, у нас сегодня в главных действующих ролях не только бабка Оля, но и Танюха. Танюха проснулась сегодня очень рано. Ребятки, это, значит, лысая голова проснулась в 7 часов утра. Почему лысая голова? Ну, потому что, как она себе делает пучок на голове, это вот дорогого стоит. Главное, имеются волоса. Зачем хоть так делать пучок, что у нее просто реально вот лысая голова? Это, ладно, может, кому-то нравится прическа, но в ящике, когда я ее порой вижу, реально думаю, что у нее лысая голова спереди. Ладно, значит, встала сегодня она очень рано. Ребята, в 7 часов утра сегодня лысая встала. Вдумайтесь за секунду, в 7 часов утра для нее рано. У меня ребенок встает в 6 часов утра из-за того, что, знаете, ходим каждый день в садик, там, пока сборы, пока она позавтракает, соберешься, оденешься, пока до стоянки дойдешь, там, плюс надо до работы успеть заехать, соответственно, все, 8 часов, как бы, время быстро пробегает. Значит, тут она встала в 7 часов утра, и для нее это рано, зевает она ходит. Да. Тем временем бабка Оля начинает кухарничать, начинает готовить вот эти все эти кабачки. Но предыстория кабачков тоже такая интересная. Хождение по рынкам, таскание на себе этих кабачков, пока, значит, ее дочь Танюха, значит, шульничает по домам Натахи, бабка Оля все носит сама, и между тем делом бабка Оля, у нее тоже такие рождаются, ребятки, мимолетом шальные мысли. Ну как шальные, для нас шальные, для них это, наверное, нормальные мысли о том, что, типа, нахрена это огород, нахрена это все выращивать. Такая же трактовка идет, как у Губаревой, что сильная жара, отсутствие воды, земли много,
и ничего не могут, не успевают, и не хватает ни сил, ни возможности. Если все это можно пойти, купить этого 70 килограмм, этого 50 килограмм, и все, зашибись. Касаемо вот огорода, земли и прочего, знаете, Мишу, прям тут же прям я о чем подумал, прям сейчас по сходу. Если у тебя 10 соток земли, и ты не можешь 10 соток земли обработать в силу того, что засуха, еще что-то, возьми из 10 соток земли одну сотку земли, посади 5 помидор, одну лунку огурцов, сделай мини-огородик и ухаживай за ним. Не надо его поливать, там, все заливать этой водой при отсутствии воды. Если к тому же там Игорек таскает на велосипеде эту воду, там тележка еще небось есть с водой, а, плюс это губрево возит, эти баклажки. Возьми, сделай маленький участочек земли и обрабатывай его. Зато будет все свое, зато все вырастет это, да. Мне вам это как бы рассказывать, показывать, вы все это сами умеете, все это знаете. И касаемо огорода, думаю, со мной многие согласятся, что, я опять еще раз повторюсь, как так, если они покупают эти самые баклажаны и помидоры у других людей, у тех все растет, а у этих там ничего не растет. Бухать и пить меньше надо, и меньше ездить отдыхать со шашлыками по морям и океанам. И кроме того, даже не про моря и океаны речь, тут просто дело в том, что спать меньше надо, пораньше вставать и меньше шаурничать по домам чужим. Если бы твоя любимая дочь бы жила бы с вами бы вместе, и если бы она с утра пораньше бы вставала бы и все это обрабатывала землю, то все было бы хорошо там. А если ты, конечно, раз приняла участие в посадке помидор, и, значит, и рассчитываешь на то, что они сами вырастут. Они сами, как яблоки. Вы знаете, яблоню посадил, сама яблоки вырастет. Дает, Танюх, да. Знаешь, ты как бы как яблоки, как груши. Там у них, как обычно, урожай бывает год через год, год на год не приходится. Поэтому в следующем году твои помидорки уродятся. Главное, верь. Верь и ожидай. Да. Значит, так, что мы еще не сказали? А, мы вот что интересно не сказали. Значит, в моменте, когда бабка Оля ходила за теми самыми... Чух, я это с конца вспоминаю, не в начале. Когда бабка Оля ходила за теми самыми этими овощами, бабка Оля предстает перед нами в новом образе. Палычу очень образ понравился. Бабка Оля, выглядишь молодежно, в тренде, кепка на бикрень, ну так, на бок, знаешь. Тебе осталось только еще вот рэп зачитать, тикток, ты уже умеешь танцевать, твои вот эти вот дергания. У Танюхи дергание идет руками, типа как тремор в руках, но в основном во время съемки. У тебя дергание в танцах, плюс вот твоя кепка на бикрень, красная футболка, все такое, знаете, яркое, какое-то аляпистое, разноцветное, расписное. Один единственный вопрос. Откуда они берут эти шмотки? В частности, бабка Оля. Откуда она берет эти шмотки? Просто, что она их покупает? Мне как бы в это мало верится, потому что, знаете, скорее всего, либо отдают кто-то, я не знаю, может, в каком-то секонд-хенде покупают на килограммы эту одежду, потому что, смотря на нее, вот я реально, знаете, о чем подумал? Когда она была в этом красной кепке на бикрень и стояла в футболке, и что-то там плела, не ясно что. Я вот когда вот смотрел недавно цирк, ходил с малой, в цирке был клоун. И вот клоун, он такой у него был, прикинь, сзади тоже такой яркий. Да тебе, бабка Оля, еще бы нос бы, ну такой, нацепить бы сюда бы. И вообще просто великолепно. Ну нет, я не со зла, я говорю просто по-доброму. Идея тебе для ролика, ты сама подумай. Тут ты играешь деда, там, в образы. Ты же деда играешь, имитируешь образы, разговоры, речи и прочее. Вот теперь клоуна играть. Как бы нос надела и все прочее. Танюхи кого будем играть? Да конечно, Танюха будет сама себя играть. Как я тебе говорил уже, обруч прям сверху, прям она прям крутится на нем прям волчком, вот так вот прям, ну, стаканок, естественно, чтобы это были, как бы, в своей тарелке, в своей стезе была, ну, и все великолепно. В общем, как всегда, все, мы, наверное, Палыч все заканчивает, время 9 минут уже, соответственно, мы с вами уже обо всем поговорили, но про мясорубку мы с вами сейчас встречаемся через полтора часа, поэтому заходим на канал, поэтому подписаться, коммент, что еще не сказал, напоминайте, все сказал, все сделал. Соответственно, Палыч уходит для того, чтобы вернуться в норм. А чаек, правда, великолепный. Подостыл уже. Все. Ляньте какой чай. Ляньте какие листы.